Здравствуйте, с вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. 11 ноября – день трамвайных поездок. Это замечательное время, когда трамваи были яркими и звонкими. Диковинка, похожая одновременно на поезд и старинный экипаж. Неторопливы, исполненные чувства собственного достоинства, дарящий праздник возвращения в детство. Чарующая музыка ностальгии с привкусом чудес Брэдбери и Андерсона. Я все еще верю, что существует трамвай желаний, ходит неузнанным по разным маршрутам нашей судьбы. Может быть, сегодня удастся на него попасть? Или да, или нет, или может быть. Еще и погода в Краснодаре как раз для поездок в трамвай. Тепло и вид из окна прекрасный. Утром 5-7 градусов пасмурно, днем до 11 также пасмурно, но без осадков, а вечером малооблачно 6-8 градусов. В Анастасиевской, Динской, Варениковской синоптики прогнозируют пасмурный денек. Утром в этих станицах до 4 градусов и малооблачно, днем до 11 пасмурно, вечером пасмурно 7-9 градусов. В Абинске в Горячем Ключе день без осадков. Утром 5-7 градусов, днем 12-14, вечером 10-12. Желаю вам удачного и доброго воскресенья, хороших новостей, улыбок и радости. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом? Покупайте, заезжайте и живите. Всего доброго!